Всем здорово, народ, с вами Варчик. Сегодня будем разговаривать на тему обнуления аккаунтов. Танкистам так сильно понравилась эта идея обнулять свой аккаунт, что они обнулили картошки центр поддержки. Настолько сильно обнулили, что они закрыли возможность обнулять аккаунты, точнее подавать заявки. Если дословно, то сервис по обнулению аккаунта оказался очень востребованным, и чтобы обработать текущие запросы, мы приостановили прием новых заявок. О возобновлении приема заявок на обнуление мы снова сообщим в этой статье. То есть для игроков обнуление аккаунта — это просто невероятно хорошая и классная востребованная возможность и очень необходимая функция в игре. Хотя казалось бы, зачем обнулять аккаунт? Но видимо всякие там твинкари и в единичных случаях большие крупные аккаунты посчитали нужным обнулять свои аккаунты. В принципе, в этом ничего плохого нет. Но в очередной раз танкисты показывают, насколько статистика им все-таки очень важна. И как сильно они обращают внимание на свои цифельки. Хотя зачастую, чисто мое мнение, так чисто со стороны я на это все смотрю, мне кажется, ну и в принципе я как обычно буду прав, танкисты сделают все что угодно для каких-то там цифелек и статистики, кроме повышения самого своего личного скилла. Они там будут играть на якобы какой-то имбе, на которой они не могут поднимать себе статистику. Они будут себе обнулять аккаунты. Будут играть там на голде, упарываться по XVM-чику. Что угодно делать, кроме того, чтобы анализировать свои ошибки в бою и работать над тем, как они играют. И для чего, как играть лучше, где они ошиблись, что сделали не так. Ведь на самом деле статистика поднимается довольно-таки легко. Почему я так говорю? Да потому что у меня 61 тысяча боев, 61% побед, 3200 с чем-то ВН-8, и я спокойно могу каждый день поднимать 1 ВН-8. При таком количестве боев и уже высоком ВН-8, мне кажется, что в этом ничего сложного нету. Единственная загвоздка, что я должен играть на определенных танках, чтобы именно так поднимать ВН-8. Но поскольку я стримлер, и мне хочется чего-то новенького, интересного, то я качаю и стримлю разные танки, чтобы и для себя было разнообразие, и людям было что показать. Я сильно не заморачиваюсь насчет этого ВН-8, поскольку я понимаю, насколько легко оно набивается. И париться насчет него я не вижу смысла. Кто хотел, тот уже давно в себе все понабивал. Было бы желание и правильное направление, куда двигаться в развитии скилла в картошке. Я не спорю, что эта возможность некоторым людям пригодилась, но их, мне кажется, было намного меньше, чем те, которые воспользовались этим. Или неужели у нас столько много твинкарей в игре? Такое ощущение, что если ты играешь на твинке, то ты начинаешь играть лучше, а если ты играешь на старом аккаунте, то ты играешь хуже. Как по мне, пока ты на твинке ничего не выкачаешь, то ты играть будешь еще хуже, чем на основе, поскольку на твинке там поначалу нет ничего. А для того, чтобы выкачать на твинке сразу все хорошее и не портить статку на плохом, придется ввалить бабки. Видимо, для всего это и затеяно. Также в обнулении аккаунта очень сильно просматривается типичная картошкина недоработанность во всем. Картошка любит сама себе все время добавлять работы, руинить себе серваки, чтобы все лагало и глючило. В обнулении аккаунта они, в принципе, сделали все как и обычно. Толком не рассказали, какие танки остаются, какие не остаются. Какую-то там статейку тяп-ляп написали и все. За остальными вопросами обращайтесь в центр поддержки. Ну, танкисты и обратились за вопросами в центр поддержки. Плюс еще подавали заявки на обнуление аккаунта. Центр поддержки и не справился. А надо было расписать четко, какие танки остаются. Премиумные, акционные, за ГК там и так далее. Но они написали тяп-ляп, премиумные аккаунты остаются и все, и поехали дальше. В принципе, картошка так действует всегда. Далеко за примером ходить не нужно. Вот недавно был ивент на ГК. Они сделали возможность каждому игроку зайти на глобальную карту и купить себе бустеры к очкам. Ну что, все танкисты и зашли, ну и что? Сайт сдох. В принципе, типичное поведение картошки. Сделать все, чтобы саму себя заруинить. И так каждый ивент, каждое какое-то мероприятие, каждая какая-то движуха, картошка сама себя руинит, потому что не дорабатывает, не досказывает до конца что да как. А людей много, тем более это танкисты, им надо все разжевать, по полочкам разложить, чтобы было понятно, что да как и зачем, и на каждый вопрос ответить заранее.
поскольку эта толпа ломанется куда-нибудь и заруинит любой сервак. По сути, когда можно будет снова обнулять аккаунты, картошка новость об этом сделает. Я надеюсь, они свою статью к этому времени доработают и танкистам полностью расскажут, что останется на аккаунте помимо примтанков. Насколько я знаю, танки за ГК остаются. По крайней мере, так писали те, кто обнуляли себе аккаунты. Я себе ничего не обнулял, поэтому ответить на 100% вам не могу. С вами был Варчик, играйте красиво, пока. Thank you.